Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. Все, мы пока еще задерживаемся в 7 главе, потому что темы важные, и мы не идем по движению стихов, а пока что разбираем отдельные темы, как это принято у нас обычно. И как я обещал в конце прошлого занятия, мы должны сегодня осветить тему или начать тему о Аншей Кнессет Агдола, мужи Великого Собрания. Что это было, кто они были, почему было определенное количество мудрецов, нестандартное, не принятое, источника нет нигде в Торе, который указывает на 120 мудрецов. Эти вопросы и некоторые, и многие другие сегодня мы будем рассматривать. Итак, Аншей Кнессет Агдола, мужи Великого Собрания. Это то великое, как говорит Рамбам, определяя своим языком, хавурак душа, тегора, хавурак тегора, чистое святое собрание, группа великих мудрецов, которые сегодня, мы можем сказать, и может быть сегодня в конце нам прояснится, картина больше, чтобы можно будет уверенно сказать, что вся сегодняшняя наша жизнь, практическая жизнь, проходит под эгидой или на основании постановлений мудрецов. Аншей Кнессет Агдола, мужей Великого Собрания. Разумеется, как и все возвращение в Сион, проходило под влиянием, под контролем и под управлением Эзры. Также и этот орган законодательный был создан под влиянием Эзры, под его контролем. Вероятно, что все идеи, его основания, управления и функционирования также происходили от него. И Рамбам в предисловии к Яда Хазака, к своему самому значимому труду, аллахическому, перечисляет людей, которые были в этом списке 120 Аншей Кнессет Агдола, 120 мужей Великого Собрания, с которых началась вся эта великая эпоха, эпоха Второго Храма. Все имена нам неизвестны. Известны люди, которые, в принципе, уже фигурировали в наших уроках, фигурировали в наших главах предыдущих, в начале книги Эзры. И, разумеется, это был сам Эзра. Правда, Эзра не сразу же поднялся в Эрец-Исраэль, а 23 года спустя, после Великой Алии, первой репатриации большой группы из 42 тысяч евреев под руководством Зрубавеля. Но когда Эзра вернулся в Святую Землю, два года спустя после того, как второй храм был возрожден, отстроен, запущен, и начал свое функционирование. И тогда Эзра сам уже присоединился непосредственно, возглавил этот важный законодательный орган. Какие мудрецы нам известны, кто там заседал? Разумеется, там был Эзра, как мы уже только что сказали, с момента, когда он придет в Эрец-Исраэль. Там были такие евреи, как Мордехай. Мордехай вообще, есть мнение, что он прожил около 400 лет, пережил всех пророков, Хагая, Захария и Малахи, пережил Эстер, пережил многих людей. Правда, пророчество больше к нему не снисходило, и он нигде больше не фигурирует. После вот тех событий, которые описаны в Мегилат Эстер, он приходит сюда, в Эрец-Исраэль, вновь возвращается, а мы уже знаем, что он несколько раз ему пришлось. Сначала он ушел в изгнание вместе с царем Ехония. Потом он вернулся в Святую Землю после того, как, точно, когда, ведь он же фигурирует в первом списке, который начинается во второй главе, приводится во второй главе книги Эзры. Среди Зрубавеля, среди всех других мудрецов Торы, там он перечисляется под именем, в пятом пунктом идет его имя, и он фигурирует под именем Мордехай Бельшан. Теперь, вдруг мы его в пуримские события, которые происходят где-то через лет 5, после того, как евреи получили от Корыша право на возрождение, возведение второго храма, возрождение своего духовного центра,
Вдруг мы его находим в третий год по царствованию Ахашвероша. Был один год у Кореша, Кореш правил 3 года, 1 год правил его до этого тесть. И потом пришел к власти Ахашверош, и только на 3-м году он устроил этот пир. Поэтому приблизительно около 7 лет, даже не 5, как я только что предположил, а вот мы посчитали, около 7, на 7-м году вдруг он через 7 лет после возвращения в Святую Землю, 7-6 лет, он вдруг появляется опять в Персии. Почему мы говорили? Потому что он поехал был послан туда нашими мудрецами или по собственному желанию и поехал заниматься вопросом размораживания стройки второго храма. Итак, Мордехай тоже среди аншей кнессет агдола. 3 пророка. Хагай, Захария, Малахи. 3 последних пророка народа Израиля. Есть интересный Талмуд, есть интересное высказывание наших мудрецов, выдержка из Талмуда Иерусалимского, где говорится о том, как наши мудрецы записывали Мегилат Эстер. И ведь есть понятие такое, есть такое, точнее, правило, что Тора или Невуа, Невуа, а именно пророчество, Невуа ло нитенет ли икатев бехуц лаарец, сейчас я переведу. Тора и пророчество не имеет права быть записанным вне границ Святой Земли. Поэтому даже если и были пророки, которые пророчествовали в Хуцла Арес, пророк Йона, внутри той рыбины огромной, Левиатан, просто было Даган написано, просто огромная рыба. И потом он был в Нинве, город Нинве, сегодня северный Ирак. И пророчество это, да, записано, но, то есть, оно может быть получено, может быть расшифровано, может быть передано для народа Израиля, донесено до народа Израиля, но записать его в свод законов, в свод пророков, писаний, мы не имеем права это. И поэтому, как сказала Эстер, «Китвуни ледорот», там говорится в Мегилат Эстер, запишите эти события, чтобы они были донесены и остались читаемым на поколение. Почему «Китвуни» вы сделаете? К кому она обращается? Она обращается к аншей кнессет агдола, к мужам Великого Собрания, потому что Эстер не могла вместе с Мордехаем записать это там, в Персии. А она-то осталась там, потому что не могла приехать, она была царицей, у нее был официальный статус, и не все она могла делать, даже если власть перешла в наши руки, еврейские, и да еще и когда ее сын малолетний сидел на престоле, Дарьявыш II. Тем не менее, нужно было поступать очень аккуратно, и очевидно, что не могла приехать сюда. Поэтому приехал сюда Мордехай, да, привез эту рукопись, и уже аншей кнессет агдола записали, так говорится в трактате Баба Басра, что, где перечисляются все списки книг, которые находятся в своде пророков и писаний, кто их составил, как составил и кто их записал. И вот, например, пророк Йехескель, сказано, что аншей кнессет агдола записали его книгу. Подождите, аншей кнессет агдола уже не были пророками, кроме Хагая, Захарии и Малахи. Почему же? Потому что Йехескель пророчествовал в Ираке, пророчествовал в Вавилоне, и там умер. Поэтому он пророчества эти получил, расшифровал, донес до нас, но записать в книгу смогли только в земле Израиля, как и Мегилат Эстер. Теперь я начал из интересного высказывания в Иерусалимском Талмуде, где говорится, что Мегилат Эстер была записана 85 мудрецами, скеним и 35 пророками. Небольшое противоречие, которое вызывает изумление, потому что мы только что говорили и повторяем все время, что в эпоху второго храма были только 3 пророка, да и то пророчество свое они начали, источник этого пророчества начался как проистекать еще в эпоху первого храма. Откуда берутся 35 пророков? Наши мудрецы объясняют в там же, в трактате Баба Батра, что пророчество после смерти Хагая, Захария и Малахи было отнято у народа Израиля, но оно осталось в виде Руаха Койдыш, то есть дарга, степень более низкая, чем была раньше,
не то классическое пророчество, а какие-то откровения, которые получали, очевидно, и форма их была иная. Иногда это были просто высказывания наших наших мудрецов, наших талмидей хахамим, которые просто говорили какие-то вещи, отвечали на вопрос, который был задан. Но, в принципе, слова эти в их уста вкладывал Всевышний. Иногда это был действительно руах ха-кодеш, то есть что-то, какое-то восприятие какого-то влияния небес на тебя, а иногда, может быть, даже и слова, которые вставлял тебе Всевышний, посылал тебе, и ты человек слышал, это как будто бы пророк. Но это не носило постоянный характер, это не носило, не имело той формы, которая была раньше у классических пророков. Поэтому 35 пророков, пусть не будет это для нас противоречием, это те, наверное, мудрецы, которые еще общались со Всевышним. И кто, вернемся теперь к самому началу. Кто был в этом списке 120? Мы знаем также еще Хараш ве-Амасгер. Было изгнание Хараш ве-Амасгер во времена того же царя Ихония, последнего царя, который сидел на престоле в Иерусалиме, одного из последних иудейских царей. И с ними ушли Ихония и Хараш ве-Амасгер. Кто эти люди? Некоторые комментаторы, современные, небольшие авторитеты, не совсем из наших кругов, не буду продолжать дальше, пытаются рассказать о том, что, объяснить это таким образом, Хараш – это Бейт Хорош – это место, мастерские заводы, место, где сидят какие-то специалисты, находятся специалисты, собраны по какой-то высокой квалификации, в какой-то отрасли, в какой-то заняты в каком-то производстве, ювелиры, металлурги, все, что нужно было для функционирования государства. И вот этих людей изгнали. Мазгер, мизгирья, сегодня тоже говорят так, мизгирья, в общем, какие-то плотники, какие-то, опять же, специалисты в каких-то отраслях. Комментаторы наши говорят не так. Хараш ве-Амасгер, говорит Мидраш, это были мудрецы Торы. И эти мудрецы Торы были настолько великие, то есть какие-то семейства, каких-то династии каких-то мудрецов, как сегодня, например, у нас есть, по сегодняшний день сохраняется известная династия Брискеров. Брискеры не как движение, а как семейный клан, семейная линия от Рав Хаим Бриска, Рав Хаим Соловей, Равдов Соловейчик, Брискер Ров, и сегодня есть их потомки, которые продолжают руководить одной из самых известных и популярных ешив в Иерусалиме и в мире, ешиват Бриск. Швутами, кстати, находится, где я учусь в Колеле уже много лет, находится как раз в этом, буквально 50 метров от этой ешивы. И вот эти мудрецы настолько были велики, что когда они разговаривали, когда они начинали говорить Диврей Тора, то все другие просто закрывали рты. Отсюда слово хереш, хараш от слова хереш. Хереш – это глухонемой или глухой сегодня. То есть люди буквально глохли, не могли произнести слово, и никто другой ничего не слышал, кроме слов тех людей. Все вокруг становились херешим, то есть глухими по отношению к высказываниям других мудрецов. И мазгер от слова лизгор. То есть эти люди, когда они открывали свой рот, все свои уста, все другие свои рты закрывали. То есть никто не смел им перечить. Это как есть такая известная история о Рогачевере. Был известный великий мудрец Торы, который возглавлял, он был хасид, но не хабадник. Однако он был в Двинске, возглавлял хабадскую общину. В то же время был и рав Мер Симха из Двинска, Ор Самех, нам всем хорошо известный, который руководил литовской общиной в этом месте. И когда рав Мер Симха из Двинска умер, нефтар на его похоронах, Рогачевер сказал такой эспед, это известная очень фраза, я не знаю, он наверняка говорил еще очень много слов, но в народе летают всегда эти несколько его предложений. Сказал, посмотрите, какой у нас Дор Ятом, какое у нас поколение сирот.
Только Всевышний дал, только появился человек, который немножечко стал понимать в Торе, и как Всевышний уже его у нас отнимает. Это Ор Самех по понятиям Рогачёвера немножечко понимал в Торе. И так вот, Рогачёвер как-то к нему пришел один человек и сказал, говорит, слушайте, Рав, мне кажется, что я сейчас вам скажу вещь, которую, мне кажется, это просто открытие, это хидуш Тора. И он послушал, говорит, да, действительно, сказано в Торе, сказано в наших источниках, что нет ничего нового в мире, потому что все, что уже, все, что мы сегодня записываем в книге или находим в книгах, в принципе, все это было даровано Моше Рабейну, Всевышним для Моше на горе Синай, и больше у нас ничего, никто не может ничего нового придумать. Поэтому и называется, например, сегодня автор книги, он называется на иврите Мехабер. Белош на койдыш, на святом языке. Мехабер, маза мехабер, соединяющий. Лехабер – это глагол, инфинитивная форма. Лехабер – соединять что-то. То есть, почему? Потому что автор, он не совсем автор, не совсем что-то новое. Да? Автор, что он делает, когда он сочиняет книгу, составляет книгу? Он просто берет какие-то отрывочки из разных источников, из разных мест и составляет, делает подборку на какую-то одну тему. От себя сегодня сказать что-то очень сложно. Только великие мудрецы могут действительно похвастаться тем, что они могут похвастаться или похвалиться, возрадоваться тому, что они сказали какие-то настоящие хидушей Тора. Так вот, Рогачёвер ответил тому еврею, говорит, действительно, то, что ты сейчас сказал, да, даже Моше Рабейну на горе Синай этого не получал, да, то есть настоящий хидуш Тора. То есть он так просто издевался над людьми, которые говорили глупости. Был человек очень хариф, очень резкий, очень не жалел кнута ни по отношению к кому. Ханаш веамазгер. Никто не имел права открывать рот во время, когда говорили эти великие мудрецы Торы. Кто еще там был в составе этого собрания великих мужей? Нам известен последний человек, раби. Шимон ацадик. Симон праведник. Шимон ацадик, он был мишей рейкнес и так дала. Так сказано о нем в перке. А вот так начинается первая мишна. И он был одним из последних, по мнению рав Рувена Маргалиота. Что это за имя? Почему я сейчас привожу, почему я сейчас упомянул это имя? Дело в том, что у нас есть некая проблема. Не у нас, а наши мудрецы задаются вопросом, откуда взялась цифра 120 человек? Ведь собрание мужей великих, аншей кнессет агдола был в составе 120 человек. В Торе нет такого суда, и нет такого собрания, нет такого органа законодательного, который должен быть в таком составе. Нам известно о трактате Санхедрин, самое начало, первая мишна, первая глава, разбирает гмара, вопросы, касающиеся три человека, суд из трех человек, откуда мы это учим. И гмара приводит массу источников. Судья, шефтим, здесь два, еще один нужно, есть правило, чтобы всегда суд был неравным, суд был нечетного количества. Суд должен быть таким, что всегда может быть теоретическая возможность для принятия решения. Понятно, что даже если один говорит «за», другой говорит «против», а третий воздержался, опять у нас то, что называется «теко», «ничья», и мы не можем, мы должны какое-то предпринимать другое решение или передумать, перепринять новое решение, новое заседание. Но теоретическая возможность должна быть, чтобы двое могло проголосовать «за» или «против», а один, соответственно, «против них». Это минимальный суд. 7 человек, 5 человек есть. 7 человек, например, нужны для того, чтобы ле абершана, сделать год высокосным. Также это все учится из стихов. В основном это драшот, трактование. И в стихах сказаны разные слова. Как правило, они множественного числа. Если слово идет в множественном числе, но без приставки, сколько потом должно быть, допустим, шофтим, судьи. Не сказано 10 судей, просто сказано судьи, минимальное двое. И поэтому каждое слово так у нас умножается на 2, а потом добавляется еще один, и в зависимости от того, сколько слов, столько судей. Большой суд, нет, небольшой, малый Санхедрин, понятие Санхедрин относится только к 71 мудрецу,
и это большой суд, Бездина Гадоль. Есть еще и малый малый суд, 23 мудреца. Каждый раз обязательно должно быть нечетное число. А у нас добавляется еще один сейчас вопрос, почему 120, почему было именно четное число? Откуда сама цифра берется и откуда, почему именно цифра четная? Сам источник о 70 мудрецах приводится в книге Бамидбар, 11 глава, 14 стих, сказала так. Моше обращается к Всевышнему. «Не могу я один нести весь народ, это слишком тяжело для меня». Всевышний говорит ему: «Хорошо, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и надзиратели его, и возьми их к шатру соборному, и пусть предадут они там с тобой, предстанут там они с тобой, и отделю от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа этого, и не будешь ты нести один». Вот это источник, чуть ли не единственный, который нам указывает на количество мудрецов. Максимальное. Итак, откуда берется 120? Рав Рувен и Маргалиот, который был очень великим, большим мудрецом Торы предыдущего поколения. Он был ружинским хасидом. Приехал, вероятно, из Галиции сюда, в Израиль, жил. Где он жил, вообще-то я не знаю. Наверное, в Бнейбраке. Почему, на основании чего я делаю такое предположение? На основании того, что он возглавлял библиотеку имени Рамбама. Имени Рамбама, библиотека имени Ленина. Сифрият Рамбам, так это называется на нормальном иврите современном. Сам он был библиотекой на двух ногах, ходячий. Он какое-то имел отношение, несмотря на то, что был хариди, был ружинским хасидом, он имел отношение к движению Мизрахи, к движению вязаных кип, религиозных сионистов. И Мосад Рав Кук, одно из самых значительных изданий книжных современности нашей, которое также принадлежит к движению религиозных сионистов, оно всегда устраивает, издает его книги, изданы многие его книги. И всегда устраивает распродажу в его йорцайт. Если кто хочет купить его книги по дешевке, там чуть ли не за треть цены, а если не за четверть, то можно, если я не ошибаюсь, это Зайн Элуль. Зайн Элуль, 7 Элуля, всегда есть, можно пойти в Мусад Рав Кук и там купить его книги за забросовую цену. И вот у него, кроме того, что известно, например, на трактат Сангедрин, нет, не так много комментаторов Ришоним, ну и Ахроним тоже. Вот одно из самых важных произведений, комментариев на эту книгу как раз принадлежит руке рав Рувена Маргалиота. Называется это «Маргалиота Яма». Оттуда я очень много нашел интересных объяснений, когда я давал уроки по книге пророка Шмуэля. Кто хочет, может повторить, просмотреть все 105 уроков, и вы убедитесь, что там 2-3, как минимум, интереснейших объяснения, когда другие комментаторы молчат, не знают, не обращают внимания на это, на то рав Рувен Маргалиот вдруг дает нам прекраснейшие объяснения, раскрывая нам тайну. И вот здесь также рав Рувен Маргалиот не остался в стороне. У него есть книга, маленькая книга, похожая на, по толщине на брошюрку, которая называется «Есод Амишна в Арихата» – «Основание Мишны и ее запись, ее оформление». И там он говорит такую идею. Это гипотеза. Но поскольку у нас, на первый взгляд, нету никаких комментаторов, которые что-то говорят на эту тему, так лучше что-то, чем ничего, кроме того, что сказал это великий человек, большой мудрец Торы, и идея сама по себе, как минимум с точки зрения логики, не несет в себе никаких противоречий и сочетается со всеми другими понятиями нашими. Итак, что он говорит? Рав Рувен Маргалиот говорит такую вещь. Когда Эзра поднялся в Эрец Исраэль, здесь у него наконец-то появилась возможность создать орган, который будет контролировать всех евреев. Помните, на предыдущих уроках мы говорили о том не раз, о том, что
есть высказывание наших мудрецов, что Эзра не успокоился, пока не сделал всю общину Израиля там, в Вавилоне и в Персии, словно просеянную много раз муку. Что, о чем идет речь? О том, что он надавил на тех проблемных евреев, у которых были проблемы с их происхождением, с мамзерством, с непонятными женами, если они прошли кошерный гиюр или нет. И максимум их заставляли просто пройти еще что-то более авторитетное, более признанное для всеми, и продолжать оставаться среди народа Израиля, в среде народа Израиля. Были коины, которые непонятно, кто у них были. Фамилии были коинские, от семей коинских, но поскольку, но оказывается, что они просто женились. Жены этих коинов были из очень важных семей, и поэтому они принимали коинские... Нет. Были люди, которые не коины, обычные евреи, женились на девушках из коинских семей. Но поскольку семьи эти коинские были очень важные по своему статусу, по своему авторитетному положению, то фамилии принимали, оставались коинских фамилий. А на самом деле не всегда это говорило, что если он Коган, Каганович, Кац или Рапопорт, одна из самых важных коинских фамилий, не всегда это говорило о том, что они коины. И вот чтобы разобраться во всем этом клубке, во всех этих, как сказано в Мишне трактате Кидушин, 10 видов родословной поднялось в Эрец Исраэль, и это все поднялось, все они поднялись и были отправлены в Эрец Исраэль Эзрой. Он способствовал этому иногда насильственному отправлению в Эрец Исраэль, потому что там, в Персии, контроля нашего было недостаточно. А здесь, в Эрец Исраэль, во-первых, подальше от центральных властей нееврейских, во-вторых, как известно, всегда евреям жилось легче религиозным в плане соблюдения своих традиций в Узбекистане или за Кавказом, в горских общинах города Баку, всего Азербайджана, Грузии и так далее. Там всегда евреи были и религиознее, и не только потому, что это были сфарадим, которые более сохраняли всегда, были привержены к своей традиции, менее поддавались на и подвержены влиянию коммунизма, социализма и прочих измов и идей, которые пришли и уже ушли, как это было у ашкеназим. Но и ашкеназим, которые, ашкеназские евреи, которые убегали за Кавказский хребет, чтобы спрятаться там от властей, от их преследований, и им жилось там легче, и никто их не трогал почти, и соблюдали они Тору свою, нашу, соблюдать Тору было гораздо легче. Так вот и здесь, в отдаленной провинции, Эвер-Нагарана, в Заречье, в Пахват Иуда, в маленьком Иерусалимском анклаве еврейском, внутри огромной Персидской империи, было легче установить контроль над всеми этими евреями. Но для того, чтобы одно дело взять всех евреев под свою власть, другое дело договориться с верхушкой евреев о том, что они... что мы будем действовать в соответствии с каким-то... чтобы всех привести к одному консенсусу, чтобы у всех были согласие, мир, потому что если нет мира наверху, то что же скажут в низах? Что ты хочешь от меня? Как в начале Мегилат Рут говорится, что Шфота Шофтим, дроша, самая первая дроша, одна из самых известных, и было во времена, когда Шфота Шофтим, что-то... когда судили судьи. Скажи, во время эпохи судей, зачем нам, зачем это Шфота Шофтим говорит такое удвоенное, непонятное, почти с точки зрения тавтологии предложение. Отвечают даже мудрецы, да нет, это как раз вот и отражает то состояние, в котором находились евреи. А какое, что это было время, когда Шфота Шофтим, когда судили, в эпоху, когда судили судьи, когда приходили евреи в суд, и судья говорил: ну, ты нехороший человек, а ты... нет, ты хороший, но будешь еще лучше, когда ты возьмешь и исправишь какую-то вещь, да, какой-то проступок твой. Когда он говорил ему: выйми щепочку из своих зубов,
то в ответ ему неслась фраза: «А ты выеми бревно из своего глаза, потому что у тебя даже дом, балка центральная, на которой держится весь твой дом, если ты ее выемешь, то он просто развалится, даже это все у тебя украдено, да и нажито от неуплаты налогов, получения взяток и прочих нарушений». И вот, чтобы не возникло такой проблемы, чтобы орган этот законодательный не вызывал ни у кого никаких сомнений в его власти, нужен быть монолит, должен быть монолит. Теперь, евреи, кто жил во время этих 52 лет, 70 лет изгнания, кто жил в Вавилонии, кто жил в Персии, кто жил в Сирии, кто жил в каких-то других провинциях всей Великой Персидской, Вавилонской, а потом Персидской империи, могли измениться обычаи, могли, поскольку начала уже угасать эпоха пророков, поскольку начала угасать разум, начало сокращаться знание, понимание Торы, начали появляться махлокот. До этого этой проблемы не было, потому что у тебя была прямая кнопка. Есть вопрос? Пожалуйста, нажми, пошли СМС. Идешь к пророку, он спрашивает Всевышнего и получаешь прямой ответ. Не какое-то логическое умозаключение, не гипотеза, не предположение, или вот я тебя знаю, другому я бы сказал иначе, ну тебе, к твоему, по отношению к твоему характеру, твоему положению, семейному, деньгу, материальному, тебе лучше вот так вот. Всему этому не было места, потому что все получали прямой ответ от Всевышнего. Когда же пророчество стало угасать, ослабляться, ослабевать, то тогда и появились махлокот, начали появляться сомнения, начали появляться споры, и появилась необходимость в том великом труде Вавилонском Талмуде. То есть вся эта эпоха, она заканчивается тем, что наши мудрецы формулируют и корректируют, и создают великое наше духовное оружие, как его называет Рав Мойше Пантелят своей одной из самых первых лучших книг моих, которые я прочитал о иудаизме «От Синая до наших дней». Красиво это определяет. Там, в Вавилоне, ковалось наше духовное оружие, с которым мы продолжаем идти, двигаться в нашем длинном изгнании, бесконечном изгнании, которому все равно когда-нибудь наступит конец, рано или поздно. Безрат Ашем, может быть, удостоимся чести и в нашем поколении сможем привести изгнание. Да придет Машиах в наши дни, Безрат Ашем. И вот, видя, что есть некая проблема, не некая проблема, а большая проблема, в своей мудрости Эзра предпочел собрать всех мудрецов, не только создать классический орган законодательной власти, Санхедрин, из 71 мудреца, 70 плюс он наверху или кто-то, кто будет возглавлять его лучше в своем поколении после него, а собрал всех мудрецов, которые были в том поколении и были достойны этого места. Всегда есть кому-то, кого не хватает. Кто-то, кто достоин был бы сидеть в Санхедрине, но ему не хватило каких-то небольших баллов. Ну, что делать? Место всего 71. Сказал, нет проблемы, сказал Эзра, да, мы возьмем, расширим нашу группу. Так у меня, например, был случай, я знаю, в Кириат-Сефере пришел один раввин. И глава общины на улице Хофес-Хаим. И говорит, я хочу сына своего устроить в ваш хедер. Ну, поскольку хедер – это дело не только для изучения Торы, для обучения детей, но и очень важно, чтобы у него было имя, авторитет, так человек был заинтересован принять такого еврея, сына такого большого известного еврея. Ну что делать? Решум Низгар. Запись уже была закончена. Что сделал этот глава хейдера? Он говорит, я открою для тебя новый класс. Помещения хватит, найдем какой-нибудь классик. Ну, в принципе, я не планировал. Только для того, чтобы твой сын, только для того, чтобы эта фамилия фигурировала среди фамилий учеников моего хейдера, я готов открыть новый класс, и благодаря этому раввину еще мальчиков 30 были приняты, те, которые не смогли попасть до этого, они смогли теперь быть принятыми в новую группу. Леавдиль элиф авдалот,
Вот и Эзра решил, по мнению Рувена Маргалиот, он решил расширить Санхедрин до такого количества, которое могло бы, до такого количества мест, которое могло бы вмещать в себя всех наших мудрецов, которые достойны этого, и чтобы таким образом погасить любые зародыши оппозиции, чтобы не появились группы недовольных, но авторитетных людей, которые могут потянуть за собой какие-то массы. Ну, в общем, нечего тут дальше продолжать. Махлокет – дело страшное, спор, ссора, раздор – дело страшное, и лучше без него всегда, всегда лучше без него. И вот, у нас получается 120 мудрецов Торы заседает в этом новом Санхедрине. Был ли это классический Санхедрин? Нет. В каком плане? Может быть, сегодня мы успеем коснуться этой темы, но больше она будет посвящена, этой теме будет посвящен следующий урок. Таканот, непосредственные постановления Эзры и мужей Великого Собрания, а их очень много, несколько десятков, как минимум, известных, которые я нашел, только не, даже не прикладывая усилий, открыв какие-то минимальные источники, сразу же гмарот выпрыгивают тебе, компьютер показывает, сколько, где, что. Так вот, эти таканот действительно можно было устанавливать в суде, который зуги, который шакульк, который является четным, несет в себе четное количество, содержит в себе четное количество мудрецов, и тогда у нас лихора, на первый взгляд, может возникнуть проблема. Какая проблема? Ведь нас суд должен быть, мы уже говорили, как говорится в трактате Санхедрин, суд должен быть всегда нечетный, чтобы он мог прийти даже хотя бы теоретически, должен прийти, иметь возможность, опцию прийти к принятию решения, чтобы всегда было количество мудрецов, которые хотят провести какой-то закон, какое-то мнение установить, больше хотя бы на одного, чем те, которые против. 120 мудрецов не могут это сделать. Они запросто могут всегда поделиться 60 на 60. Но это такое заседание в таком количестве мудрецов, говорит Маргалиот, оно всегда использовалось для принятия таканот, для принятия решений важных, которые будут обязывать весь наш народ. Когда же были заседания о каких-то других вещах, просто судебные разбирательства, когда приходят две стороны, два оппонента, и этот говорит, мы были вот компаньонами, договор был такой-то и такой-то, теперь он меня, мне кажется, он меня обманывает, ну, в общем, что тысячи и тысячи ситуаций, вот тогда, конечно же, заседал суд, наверное, не более чем из 71 мудреца, а может быть и 119, но не 120. Однако постановления сами устанавливались именно вот этим количеством. Дальше. Говорит Рав Маргалиот. Как долго просуществовал этот суд, этот законодательный орган в таком составе, 120 человек? Он говорит так. Когда была решена первая проблема из собрать всех мудрецов и исключить опции и варианты возможности для оппозиции и для раздоров, то, в принципе, все очаги, теоретические очаги сопротивления были погашены, проблема была решена, все успокоилось, в еврейском мире существует тишь на благодать, консенсус, и теперь, когда кто-то из этих первых 120 великих мудрецов Торы того поколения умирал, вместо него никого не добавляли. Как долго это длилось? До, он говорит, Шимона Цадик. Шимон праведник, да, до его, он был последним из 120. То есть когда-то, когда этот список был составлен, кто был последним по мудрости? Ну, наверное, не очень красиво так звучит, но сам факт, что человек в составе 120. Шимон Ацадик. Теперь, когда постепенно уходили из жизни в лучший мир, великие мудрецы этого собрания нового не добавлялись. Как это долго длилось? Это продолжалось, пока не дошли до количества 71. Теперь уже Тора обязывает нас восполнить
это число. Вот так красиво объяснил Рав Маргалиот, чуть ли не единственное объяснение, которое удалось найти, на которое обращает наш, на проблему, на которую, вопрос, который вообще практически никто не задает, и вот такая гипотеза, такая идея. Есть еще отделы в наших, в иудаизме разных наук, а я, конечно же, имею в виду книги по Каббале. И когда я рассказал эту идею, готовясь к уроку, кого в каждом встречаешь, спрашиваешь, что варится в твоей голове, что завтра ты будешь говорить на уроке, что просто скажи какой-то двар Тора, чем ты занимаешься, и сразу же начинаешь делиться теми своими изысканиями или подготовками, уроков, статей, то, что ты пишешь, то, что ты видел в последнее время, на тебя произвело особенное впечатление. И вдруг человек говорит, как-то я видел немножко не то. Я видел кое-какие объяснения, что да, есть какие-то причины, объяснения вот этим 120 человек. Зовет меня человек, показывает, открывает по DBS, это сборник Таклитор, так называемый, торанический, где собраны тысячи книг, и в том числе там есть Мадор, отдел Каббалы, и вот известная книга, которую я не пользуюсь, потому что тяжело мне что-то там понять, не приучен, но однозначно слышишь постоянно по вещам какие-то выдержки из этой книги. «Мегале Амукот», «Мегале Амукойс». Очень авторитетная, известная книга каббалистическая. И там говорится вот что. Прямо объясняется, откуда взялось число 120. Говорит «Мегале Амукот», что когда Моше Рабейну поднялся на гору, то он пробыл там 40 дней. Спустившись с горы, он разбил скрижали завета, точнее, они сами отяготили его руки, упали, потому что больше не могли себя нести из-за грехов народа Израиля, упали, были разбитыми. И Моше 40 дней молится, еще дополнительные 40 дней молится за народ Израиля. Вымаливает прощение у Всевышнего для народа Израиля. После этого он поднимается на гору во второй раз, на Синайскую гору, и спускается уже со скрижалями, вторыми скрижалями завета, которые были уже сделаны его рукой. Три раза по 40 дней получается 120. 120 дней, говорит Мегале Амукот, указывает на некие ступени прогресса, на некие ступени очищения, или даже точнее шлемута, то есть стремление к 120 ступеней, которые должен человек пройти, к своему шлемуту. Шлемут – это, к своему, своей цельности, своему полному исправлению и достижению какой-то идиллии. Полной идиллии мы не можем в этом мире достичь, но максимум, что может сделать, проделать человек в своей жизни, если его КПД, действие его КПД, коэффициент полезного действия его будет очень высоким, то есть, допустим, он на 100% будет выполнять все, что требуется, от него, и вести свой образ жизни таким образом, что не останется никаких потерь, максимум, что может сделать человек, это пройти эти 120 ступеней, эти 120 уровней, и отсюда-то и появляется понятие 120 лет. И как мне пояснили люди, я не несу ответственность за эти слова, потому что, как я сказал, понимаю это мало, но идея понятна, доступна и проста. Когда мы говорим о 120 годах, то есть, когда мне это объяснили, я спросил человека, понимающего, это что? Получается, что Моше Рабейну не обязательно, что он прожил 120 обычных лет, а имеется в виду, что он прошел 120 степеней, ступеней, уровней исправления. Именно. Нас это не интересует. И если даже он и прожил 120 лет, то, как говорил один мой другой хороший знакомый Рав Страйхер, тоже имеющий отношение к этой науке, его люди спрашивают, это что, такой пшат? Это что, такое понимание этого стиха? А что с простым пониманием стиха, когда мы читаем? Он говорит, это тоже пшат. А валь пшат, а пашут бьетер. Это его любимая фраза. Очень простой и поверхностный. Поверхностное понимание. А есть нечто еще, что за ней скрывается, за ним скрывается, за этим пониманием, но есть еще большая глубина, которой мы не всегда можем достичь.
И хорошо, что есть у нас хотя бы, может, неплохо иметь и простой пшат, да, простое понимание, но и главное, главное, что за этим скрывается. Так и здесь, что он не жил 120 лет. Может быть, и жил 120 лет. Но нас больше интересует тот тикун, то исправление, то приближение к идиллии или к цельности, который смог постичь, достичь, которому то, что приближает нас максимально к Всевышнему, что смог сделать Моше. И поэтому он говорит о Мегале Амукот, что эти 120 лет, это те 120 дней, которые олицетворяют собой и показывают нам сущность, цель нашей жизни, нашего исправления и тот путь, который мы должны пройти. И, опять же, это может быть, кто-то это делает за меньше, за более короткий срок, кто-то делает кто-то может прожить и 150 лет. Это вроде бы невозможно сегодня, нет таких долгожителей. Но если бы даже человек жил 200 лет, но он мог и 10 лет не сделать по той шкале, не пройти и 10 ступеней, если он терял свою жизнь, терял свое время, разбазаривал его. Простите, как тот анекдот вспоминается. Человек устраивается на работу, спрашивает его начальник в отделе кадров или где там принимают на работу. И сколько вам лет? Он говорит, 30. Смотрит в паспорт, говорит, извините, но по паспорту вам 40 сегодня. Он говорит, ну я 10 лет сидел. Он говорит, ну так ты же жил? Он говорит, чтоб ты так жил. То есть иногда годы жизни, которые потеряны где-то впустую, они могут не считаться, они не могут, так что человек может прожить и 80 лет, а на самом деле, опять же, вот видите, как в народе так много шуток на эту тему, видать, больно людям, как на могиле написано там. Родился в 900-м, да, умер в 980-м, прожил 15 лет, да, спрашивают. Он говорит, нормально жить, он был начальником лет 15 всего, да. Поэтому вот эту жизнь он определил как жизнь, да. Леавдиль, вдало. Да. Люди не так просто говорят об этом, потому что в конце дней очень мучительно больно за бесценно прожитые годы. Мы на этом сегодня остановимся. Следующий урок мы уже точно, Бейзрат Ашем, обещаю, посвятим на непосредственному разбору большинства из таканот, может быть, большую часть таканот, постановлений Эзры и его Великого Суда, собрания мужей Великого Собрания, перечислим, постараемся перечислить все, но на особо важных, особо интересных остановимся отдельно, а их очень много, и вы увидите, что мы Бейзрат Ашем вместе разберем это, что практически вся наша современная жизнь, неважно в какой общине, сефардской, ашкеназской, хасидской, литовской, любой общине, вся наша жизнь сегодня пронизана его постановлениями, буквально вся схема, все, каждый наш шаг, каждое наше движение, каждое слово нашей молитвы, все это сегодня таканот Эзра, постановление, результат постановлений мужей Великого Собрания и Великого Эзры. На этом мы остановимся сегодня. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.